Oh, what task is there? Джаггернаут, Юрнеро. Про него говорят, что своими танцами клинков Джаггернаут способен легко разрывать на кусочки своих противников, игнорируя даже самую прочную броню. Словно возникает поэзия в его движениях, потому что враги уничтожаются в мгновение ока. Но Джаггернаут стремится к совершенству, хочет стать великим мастером по владению клинков. И сейчас его никто не сможет остановить, потому что это его смысл жизни. Хорошо. Но это на вставочку. Скади, башер, это все наше. Сейчас в бару. Оп. И забашил. Крутилочки. Я умер тут, да? GG. Пача. Я жду манту. До свидания. Подбайте. О, найс, подбайте сейчас. О, нет, только не ультимейт. Тайгера нету, жалко. Хорошо, да. Вот такая первая катка, друзья. Это катка через изи линию. Игра была... Всем привет, дорогие друзья. Что ж, сегодня у нас гайд на Джаггернаута. А это значит, что сегодня мы будем разбирать его способности. Blade Fury, Healing Ward, Blade Dance и, конечно же, Omni Slash. Ребятки, досмотрите теорию до конца, потому что на этом герое теория очень интересна. Поехали. Итак, друзья, первая способность в нашем персонаже — это Blade Fury. Blade Fury — очень интересная способность, которая позволяет уходить нам в иммунитет и, конечно же, раздамажить оппонента в радиусе действия вот этой вот способности. Друзья, давайте посмотрим, как она работает. Хоткей у нас F, подходим в радиус, и вот так вот Джаггернаут у нас начинает крутиться, и все вокруг у нас получают урон. При этом, как я уже сказал, наш персонаж уходит в иммунитет, то есть на него не работают магии. Но некоторые магии, конечно же, будут работать, которые пробивают БКБ у нас, но не суть. Что ж, смотрите, длительность этой крутилки у нас составляет 5 секунд, и в течение этих 5 секунд герой у нас будет наносить урон всем радиусе 250 единиц. То есть радиус 250 единиц от Джаггернаута будет у нас урон наноситься всем, кто находится рядом. Наносится урон у нас магический, поэтому худы пайпы все это смягчает. Что ж, давайте по уровням прокачки посмотрим. На первом уровне будет наноситься 80 урона в секунду, на втором 105, на третьем 130 и на четвертом 155 урона в секунду будет наноситься с этой крутилки. Прикольно, что 155 урона в секунду. Ну и, конечно же, КД у нас 42, 34, 26 и 18 секунд. Ну и монокост у нас будет такой, 120, 110, 100 и 90 маны для того, чтобы включить нашу крутилку. Очень прикольная эта способность тем, что она имеет очень много специфик, таких как, например, смотрите... Когда вы включаете Blade Fury, вы не можете атаковать оппонентов. Но есть такой прикол, что если вы нажимаете на оппонента right-кликом, то есть атаку, то на него могут работать уникальные модификаторы атаки. То есть там Скади, будет там Башер тоже вылетать, МКБ будет срабатывать. То есть если вы будете просто крутиться и нажимать на оппонента атаку. Но самое вот это неприятное, что, конечно, когда вы крутитесь, вы не можете просто атаковать. То есть дефолтные атаки не будут работать. Но вы сможете атаковать только товара, то есть если вы будете крутиться и нажимать right-кликом на тавер, то вы сможете и раздамажить вокруг оппонентов, и, конечно же, еще и бить тавер. Это очень прикольная тема, потому что можно сказать такое, врыв на хайграунд в БКБ, можно выразиться так. Ну и что ж, как нам сбить эту крутилку? Я уже много раз показывал в фишках, как сбивается эта крутилка. Достаточно обычных рутов каких-то там у Питлорда, допустим, или у Руфа. Когда рут накладывается на Джаггернаут, то с него слетает иммунитет. Но тут тоже есть свои обходы, на самом деле, как избавиться от этой крутилки. Но тут я вам их показывать не буду, потому что на геймплее уже увидите, как можно будет немного подобуживать с первым спеллом. На 83-й карте можно снимать у нас Blade Fury мантой, но тут нельзя на 85-й карте его снять мантой. То есть прикол такой, вы снимаете Blade Fury, нету эффекта, что вы крутитесь, но урон идет. Да, такое на 83-й карте было доступно, но на 85-й карте тут немного другие есть фишки. Тут фишки у нас с телепортом. Но я их, в принципе, буду показывать уже на геймплее. Ну ладно, покажу, окей. Юзайте телепорт,
под конец нажимаете крутилку, не сбивается нас эффект, и мы сюда прилетаем уже будучи раскрученными и продолжаем дамажить вот этой вот крутилкой. Вот такая вот небольшая фишка. Ладно, фиг с ним. Поехали на вторую способность. По первой вроде уже все понятно. Итак, друзья, следующая способность нашего персонажа немного специфична, но ничего, она очень даже в теме на этом персонаже. Она позволяет быстрее выфармливать, конечно же, и лучше пользоваться командной игрой во время пуша и в целом во время файтов. Очень жесткий спел у нас тут, это Healing Ward. Хоткей у нас G, дальность применения 350 единиц, давайте поставим его. И ставится у нас вот такой вот вардик, вы можете им управлять, он может ездить куда хочет. Скорость передвижения у этого вардика 420 единиц. И в чем прикол этого варда? Это хил. Healing Ward, как говорится, и все, кто будут находиться в радиусе 500 единиц от этого варда, будут получать здоровье. Да, здоровье равно у нас по уровню прокачки. Смотрите, 2% от максимального здоровья, 3%, 4% и 5% от максимального здоровья вы будете себе восполнять. Задержка вот этой вот ауры, то есть, когда вард разбивается или кончается его действие, еще 2,5 секунды будет работать хил. Ну и также, когда вы его ставите, 2,5 секунды задержка на то, что вард начнет восхилить. Но это, в принципе, такая хорошая погрешность, потому что, когда вардик уже кончается, он все равно будет вас чуть-чуть подхиливать. Длительность данного варда 25 секунд. То есть 25 секунд вы сможете ездить, блочить оппонентов или просто хилиться со своими союзниками. Ну и, конечно же, КД у нас 60 секунд. Монокост 120, 125, 130 и 135 маны для того, чтобы создать этот вард. Этот вард у нас не уничтожается диффузой, но он может быть замедленный, да. И, конечно же, в принципе, все тут в целом по этому варду. Этот вард может выхилить просто нереальное количество здоровья. Ну, просто на full HP, на last level он изи может выхилить, если вы будете находиться рядом с этим вардом. Кто-то скажет, что эта способность не в тему на этом персонаже. Но я вас уверяю, она в тему, эта способность. Она позволяет намного быстрее, намного лучше выфармливать на данном герое. И я вам это покажу на геймплее. Что ж, в принципе, по этой способности все. Поехали на третью способность. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже, это, конечно же, Blade Dance, то есть у нас танец клинков. И что у нас тут делается? Давайте проверим. Хоткей у нас C, и прокачали мы эту способность. И наши атаки дефолтные будут улучшены вот таким вот небольшим критом, а именно Double Crit, то есть Double Damage. 2.0 крит у нас тут, который будет вылетать по-разному в зависимости от уровня прокачки. На первом левеле будет 20% шанса, на втором 25%, на третьем 30% и на четвертом 35% шанса на то, что у вас вылетит крит. Криты очень частые, но не самые частые криты в доте, друзья. У кого самые частые криты, я вам не скажу. Напишите в комментариях, у кого самые частые криты. Да, есть герой, у которого криты чаще, чем у Джаггернаута, но о этом герое немногие знают. Ну и что ж, друзья, эта способность у нас является пассивкой, и, соответственно, Silver Age'ем у нас способность, конечно же, убирается, и дамажить мы не сможем дабл демейджем, так сказать, с этого крита. Эти криты у нас также еще и с Буризой, конечно же, сочетаются, но это, конечно, полный бред собирать еще Буризу нашему герою, ведь этих критов вполне достаточно для того, чтобы душить. Ну и это, конечно же, не уникальный модификатор атаки, сюда можно сканди, сатаники, дезоляторы, всякую тему вот эту собирать. Ну, в принципе, все, друзья. Поехали уже на Omni Slash. Сейчас я вам объясню, как работает ультимейт на этом герое. Итак, друзья, следующая способность, очень тяжелая способность в восприятии, это Omni Slash, это главная способность нашего героя. Эта способность позволяет уйти Джаггернауту в неуязвимость, и при этом с учетом физического урона с ультимейта и физического урона нашего персонажа с руки наносить урон очень жестко, поэтому этот ультимейт просто ваншотает на ранних стадиях, конечно, героев, у которых мало армора. Да, действительно, у нашей способности физический урон, соответственно, чем меньше армора, тем больше вы нанесете урона. Что ж, давайте посмотрим вообще в целом, что делает у нас способность, и будем разбирать ее по чуть-чуть. Смотрите, Хоткей у нас Е, дальность применения этой способности у нас 350 расстояние, радиус прыжков 425 единиц, то есть, если вы ультуете в соло цель, то наш персонаж будет потенциально все равно искать в радиусе 425 единиц, на кого перепрыгнуть. Все зависит от банального рандома, то есть, если вы ультуете рядом с крипами, то не факт, что ваш герой все эти омни-слэши отдаст в этого героя. Он, видите, перескакивает. То есть этот ультимейт более профитен тогда, когда стоит один герой. Ну, либо хотя бы два. Ну, либо если у вас есть какие-то там Battle Fury и еще какие-то прикольные способности, которые будут сочетаться, то
вы сможете раздамаживать намного эффективнее. Ну и что ж, что у нас тут еще имеется? У нас тут есть минимальный и максимальный урон. Да, так как урон у нас идет физически, то, соответственно, у нас в целом имеет значение покупка армора против нашего джиггернаута. Конечно же, Омнислэш у нас блочится армором. Давайте я вам это покажу. Смотрите, ультимейт раскидали. У нас тут осталось очень много хитпоинтов. И давайте сюда ультимейт раскинем и примерно посмотрим разницу. Разница весома, пацаны, смотрите. Просто там есть 20 армора, а тут армора нету. Соответственно, урона больше наносим. Это первый момент, который у нас тут есть. Второй момент. Интервал между этими слэшами, которые у нас идут 0,4 секунды. То есть раз в 0,4 секунды у нас наносится вот этот физический урон с ультимейта. То есть, раз в 0,4 секунды, да, вы понимаете. Если у нас атака будет примерно так же 0,4 секунды, одна атака, то мы можем в один слэш еще запихивать одну атаку. Это тяжело понять будет, но вы это чуть позже поймете. Помимо того, что наш персонаж атакует еще оппонента во время ультимейта, он еще и может дополнительно еще больше наносить урона, если попадать будет в интервал. Но я примерно тестил с Маднесом там и с Кади в дефолтные артефакты с Абиссалами, то вы в этот интервал входите, и вы во время вот этих интервалов слэшей начинаете тоже атаковать намного сильнее, потому что у вас еще идет урон с руки дополнительно. Итак, друзья, некоторые моменты я вам рассказал, что у нас тут есть. Я говорил, по-моему, про минимальный и максимальный дэмэдж. Просто я уже уехал. Минимальный дэмэдж со слэша 200 единиц. Максимальный 225. Это именно один слэш. То есть наш дэмэдж в ультимейте постоянно варьируется. Вот этот физический дэмэдж, он варьируется. И, конечно же, наносится у нас дэмэдж 200-225 единиц за один слэш. Таких слэшей у нас по уровням прокачки больше становится. 3, 6 и 9 на last level у нас становится слэшей. Колдаун 130, 120, 110 секунд. И монокост у нас такой. Смотрите, 200, 275 и 350 маны для того, чтобы использовать наш Омнислэш. Мне не нравится Омнислэш тем, что очень маленькая дистанция применения. Да, всего-то 350 единиц для того, чтобы завязать наш ультимейт. Но, в принципе, это не беда, потому что джиггернаут, как правило, берут дагер, и это все решается. Так как эта способность у нас наносит физический урон, то, соответственно, смотрите, у нас тут есть Ghost. И, соответственно, если мы ее заюзаем, то дэмэджа джиггернаут нам не нанесет. Также наш ультимейт может быть прерван, если вижен потеряется, если персонаж уйдет в астрал, если персонаж отблинкуется. Да, есть такая тоже возможность, что он может отблинковаться. Во время того, как вы находитесь, допустим, в гоусте, и джаггер на вас ультует, вы не получаете урон, соответственно, вы можете отблинковаться, тем самым нарушив вот этот Омнислэш. Также, что у нас тут есть в Омнислэше? Давайте чуть больше слэшей прокачаем, и я вам покажу еще несколько приколюх, которые у нас тут есть. Вы о них по-любому не знали, но, может, и знали, но сейчас, наверное, я вам не открою Америку. Вы можете с помощью даггера перепрыгнуть на другую цель. То есть, если вам нужно сменить какую-то цель во время того, что вы ультуете на Омнислэше, вы можете спокойно это сделать с помощью даггера, то есть банальным отблинкиванием, конечно же, и перелететь туда. Либо просто свалить с драки. Либо сделать телепорт во время этого Омнислэша. Либо там закастовать догон. Либо завязать диффуз на персонаже, который у вас там находится в гоусте. То есть тут можно по-разному использовать этот ультимейт. Во время ультимейта вы находитесь в неуязвимости. Но вы можете все нажимать. Абсолютно весь инвентарь. Кинуть абиссал. Заюзать диффуз. Там кинуть на кого-нибудь молнию. Вообще, то есть вы безгранично можете юзать все. Можете догон там, что хотите, делаете в ультимейте. Можете также просто уйти с драки, допустим, нажимаете пробел там, ну, у меня на пробел хоткей блинка, и, конечно же, уйти просто с драки во время этого Омнислэша. То есть тут возможности безграничны. Главное, что нужно помнить, друзья, это, конечно же, физический урон с ультимейта, интервал 0,4, разные прыжки, в зависимости от уровня прокачки, КД, и, конечно же, монокост большой на ласт левеле. Также у нас тут еще есть Аганим. О Аганиме мы поговорим чуть-чуть позже, друзья. Хотя, давайте поговорим сейчас. Поехали.
Итак, друзья, прописали мы Аганим, и как видите, вот такой вот красивый эффект у нас появляется у Джаггернаута. Если честно, мне этот эффект нравится, и катка через Аганим по-любому будет. Я вам покажу, какую мету я придумал на этом герое, ведь эта карта у нас Драк, 85-я карта, соответственно, Аганим будет очень хорошо заходить. Что у нас улучшает Аганим? Во-первых, что вы заметили, наверное, это, конечно же, увеличение слэшей. Слэши у нас стали теперь так, 6, 9 и 12. Если было 3, 6, 9, то теперь последнее, крайнее количество слэшей у нас становится 12 прыжков. И, конечно же, уменьшается очень сильно КД. 70 секунд становится. Просто покупайте Аганим, и вместо 110 секунд становится 70. Это очень-очень круто. Я попробую собрать Аганим и Октарин и просто пробовать убивать через изолятор. Не знаю, попробуем. На самом деле это все фишку. Ну и на самом деле это все. Друзья, чтобы не было вопросов, я еще уточню, что Омни Слэш очень легко сбивается у нас просто, когда вы заходите в лотар. То есть оппонент зайдет в лотар, и все. Мы не сможем его убить. Ну а в Линку эта способность у нас также продолжает работать, просто сбивается первый у нас слэш, и все. И все, то есть первый слэш сбивается, а дальше все остальное начинает работать. В общем, друзья, в целом, гайд на Джаггернаута теоретически закончен. Надеюсь, вам более чем понятен его ультимейт, его крит, хил и, конечно же, как работает Блэйд Фьюри. Друзья, надеюсь, этот гайд вам в целом понравится. Обязательно поставьте лайк. Я, к сожалению, еще не обрел максимально хороший голос, потому что я только переболел. 7 дней я болел, как, не знаю, как какая-то коза, которую там, не знаю, ладно, забейте. В общем, я надеюсь, этот гайд вам понравится. Я над ним немного попотел, конечно же, надеюсь, каточки вам зайдут, друзья. Очень интересные игры у нас получились. Ну и пожелаю вам просто приятного просмотра. Спасибо, что остаетесь со мной, что пишите комментарии. Обязательно поставьте лайк, вот прям вот сейчас спуститесь, поставьте, потому что хочется лайков 700 постоянно, чтобы вы набирали для того, чтобы понимать, нравятся вам гайды или нет. Набирайте в целом в среднем 500-600 лайков, но за 12-15 просмотров. Ну, в принципе, это ваше дело, но это моя мотивация, друзья. В общем, все. Начинаем жесткую практику на нашем герое, друзья. Сейчас мы пойдем сыграем через центральную. Хотя, возможно, все игры пойдем через центральную, ведь Джаггернаут может и на центре стоять. Но если другой мидер есть какой-то более активный, то лучше, конечно же, отдать ему и пойти в изи-линию выфармливать, друзья. Сейчас посмотрим, как мы будем стоять. Поехали. Так, друзья, первая каточка у нас пошла. Берем Джаггернаута. Джаггернаута. Че у нас Джаггер вообще в целом боится? А, пусть идет. Иди, ок. Сорян, я еще не до конца выздоровел, поэтому немного буду покашлять, но постараюсь убирать этот звук. Так. Ну, низ придется идти фармить, да? Погнали низ тогда. Топорик докупим. Максимально главное закупиться нам. Протектор, легион. Хорошо. Легиона нужно будет у нас переконтривать с помощью башера. В общем, в чем смысл Джаггернаута, ребят? Чего он боится у нас? Что нам нужно будет? Нужна будет по-любому манта для того, чтобы скидывать сайленс. Это по-любе. Наш герой вообще боится хиксов, всякого такого. Потому что этот герой вообще славится тем, что вы просто перефармливаете и начинаете просто душить с руки. Да, это очень годно, очень круто получается. И посмотрим, что у нас будет ласт пиком залетать. БКБшку этому герою редко... Ой, редко. Редко собирают, в принципе. Редко, в принципе, собирают. Но, не знаю, я не помню таких игр, где приходилось собирать. Потому что, как правило, скади, даггер, башер, абиссалы. И все, и поехало просто разносить. По раскачкам будем раскачивать первый. В любом случае, тут Траксу можно будет закрутилку убивать. Руфа. В принципе, на ней фармить. Можно будет. Ну и аккуратненько через Madness. Да, через Madness. По страте 83-й карты будем идти, потому что страта 85-й карты, тут она на самом деле непонятна. Потому что на 85-й карте, к сожалению, Madness у нас немного убитый, но тем не менее, он как бы, ну, имеет место быть, и можно его собрать для того, чтобы быстро выфармливать. Ну, посмотрим, как будет все выходить у нас. Опа, а антимага-то я топ. Я топ пойду. Антимага, парень. Репикнул. Антимага, репикнул. Нормально, и еще урса, хорошо. Берем первый. Руну, походу, отдадут нам, да? Две хилки взяли мы и тангус, это очень хорошо.
Легион будет у нас проблемой. На самом-то деле. О, пуш меня обманул. Молодец какой. Прикольно так. Когда хукнул, успеваешь наперед зайти, тогда получается, что я с ним свапаюсь местами. Это прикольно. Ладно, поехали душить. Ребятки там уже подпиживают. Гоу. Топорик возьмем. Ну, пойдем первую катку через изи линию, вторую катку пойдем через центральную. В любом случае. Урса тут на линии. Урса на линии унижает всех милишников. Это будет очень тяжело будет с него стоять. Унижать будет. А, у него еще и саппорт там. Братан, почти. Почти получилось. А, и крипа надо заруинить обязательно. Что-то есть. Хорошо, гол топоридзе. Топорик нам в любом случае нужен. На джаггера топорик это годная вещь. Аккуратно подфармливать. Все будет пушечно. Чем быстрее будем фармить, тем лучше. Упс, злится, да? Крит возьмем на этом левеле. Можно будет аккуратно вот так чипалаху давать, типа, знаете, невзначай. Типа он подходит, там крит вылететь может. У нас спокойно, дополнительно, то есть, даем чипалаху. Очень годная тема. Оп, вот так вот, типа, да? А он тоже, видите, огрызнулся. 2000 дал, но у нас сейчас примерно стак, 30 дэмэджа висит. Стак примерно 30 дэмэджа. Так, все пишет, да, отлично, проверил я. Примерно стак на 30 дэмэджа. Так, вот этих пацанов подфармить бы. Эх, добил. Если немного не умеет отводить. Во второй кэмп сразу надо уводить крипов. Чтобы не было вот такого мегапуша. Все, ЕС просто бросил линию, ушел. ЕС бросил линию, ушел. Но Джаггер проигрывает, кстати, Урсе линию. Если бы Урса немного понаглее был... то я бы тут уже не стоял. На самом деле. Он неопытный парень. Можно этим воспользоваться. Можно этим воспользоваться. Первый артефакт, который мы сделаем, это фейзы. Почему фейзы, спросите вы? Потому что фейзы тут имеют очень высокий стрейф. Нам главное передвижение. Его подушного. О, ясно. Ясно. Надо сапог купить. У него там есть сапог? У меня сапога нету. Моя ошибка. Го по душам. А, накидывает. Ой, хорош. Зажимай. Ладно, я зажму. Ну, сверху зажимай. Господи. У него сейчас там настакано. Зажимай сверху. Дикого медведя. Жесть. Он настакал на мне сейчас. Сколько там урона? 102-200 урона. И этот стак висит примерно секунд 30. Это вообще дикая имбалансная тема. И как этой темой не пользоваться на Урсе, это я не знаю. Нужно быть раком. Нужно быть раком. Так что вот такая тема. Да, Урса. Если бы Урса чуть-чуть... Уверен, не стоял, я бы уже тут не стоял. У меня чат был открыт, я через F1 не простопил себя. Ну, уже отдал я ему типа одного крипа, он уже одного прогулял. Уже второго надо будет давать, да? Классика. Два крипа. И вот ты одного забрал уже, что ты хочешь? Хватит меня дудосить. Да, фарм, конечно, у меня отвратительный, хотя 25 крипов своих делаю. Гоу. Там... Кто там у них, кстати, в команде еще? Еще в команде там есть нормальные оппоненты. Покера гоняю, да? Хорошо. Крипы уехали, да? Плохо. ЕС фигню сделал. Все крипы поуезжали просто. Нет, пожалуйста, не суицидьтесь. Так, хорошо. Реэксп.
Да, с Урсой, конечно, тяжело через крутилку будет воевать. Он просто будет разворачиваться и бить. Но ничего. Будем душить. Давайте быстренько фазы. На фазах будем его душить. Будем просто тычковать его. Стрейф, тычка. И надо будет аккуратно разводить его. Сейчас у него уже будет мана у ЕСа. Че у него там? Фейзы почти тоже есть, да? Все, гоу стрейфовать его. Сейчас. Хорошо. Так и будем поддушивать. Вот так вот. Хорошо. Next он даст уже фиссуру. О, найс, фиссура. Найс, фиссура, бро. Найс, фиссура, бро. Короче, я соло буду, я так понимаю, Урсу убивать через ультимейт. Потому что тут с ЕСом у нас не получается в харде убивать Урсу. ЕС нервничает. Урс пока второй КД, можно задушить. 30 крипов есть. Хорошо. Сейчас можно будет Урсу потычковать, отвести, ультануть. Сейчас так и попробуем. Он меня не сольет, по идее, стычек. Хорошо. Главное не кликать на него райпа. Хорошо, просто закрутили, пацана. Как пользоваться вардом? Вардик просто можно в control выделять и водить за собой. Это не проблема будет. Че берем некстом? Аквилу некстом. Нужны статы нам. Статы и ману берем одну. Все. Идет нам Аквила. Как видите, вард мне почти на фул выхилил первого левела, поэтому обязательно возьмите в разочек хотя бы. Давайте пофармим. Пофиг на эту ману, потому что нам сейчас придет Аквила. Раскачиваем первый до максимума. Я раскачиваю, потому что очень полезный спелл, который будет позволять нам Урсу просто закручивать сейчас до 6 левела, если у него 6 есть. Надо аккуратно сейчас с Урсой, потому что он может сейчас ультануть, он просто нас за 5000 убивает. Это нужно понимать. Аквилу выключаем, чтобы держать лайнинг. Оу. У него ульт еще есть. Я не буду с ним драться. У него еще ульт есть. Я сейчас тупо, ну, невыгодная ситуация. Это же Урса. Так, а вот у этого чела есть рут. Это плохо. Хилку ставим. Хорошо. Ману восполняем. Либо пусть танчат, я не буду танчить. Ману накину. Хотя, пофиг. Мана, в принципе, имеется. Не знаю, почему Руф сюда свапнулся, но, видимо, ему здесь комфортабельнее. А мы его можем убить, кстати, этого Руфа. Поехала. Боже, вообще ноль урона. Мана нету, 200 маны надо. Но я живу, по идее. По идее. Только не проблочь, бро, пожалуйста. Только не проблочь, говорю. Руфа, по идее, я не убиваю. Урса отпустили. Хорошо. Хорошо, сейчас хилка будет. Ой-ой-ой, пуш с инвизом. Ясно. Пуджа с инвизом я не ожидал. Сори. Хватило маны. Гоу. ТП-шку. Манго. Ничего страшного. Стадии лайнинга, они такие. Инвокер вексовый. О, понимаю. Как на вексовом инвокере он не догнал. Ты сейчас сдохнешь на инвокере, братан. Тебе дуэльку дадут. А, все, руф подсейвил. Гоу, ТП-шку. Сюда. Надо ультимейт нам сейчас. Вещи делать. Хватало маны мне. Двести маны. Хорошо. Хорошо, у меня слэши залетели. Отлично. Аквилу включим. Отлично. Включаем Аквилу. Нам не нужен больше армор. Берем третий. Сейчас выходим в маднес тупо. О, вот этого пацана. Побежали. Надо активно. У нас, в принципе, 45 крипа, 53 крипа с изи лайна мы должны иметь. В принципе, так. Не, все, уходим в фарм. Слишком много крипов потеряем.
45 крипов у нас достаточное количество, в принципе. Если бы я только от Пуджа не умер, вообще было бы хорошо. Но играть тем интереснее будет, потому что мидер вексовый у нас. От него только дизейбл будет, от нас нужно будет только урон. Фармим пока. Напоминаю, ребят, что на канале есть еще видосы, как правильно стоять в изи линии на том или ином персонаже. То есть, допустим, на Джиггернауте, как не толкать линию, как толкать и тому подобное. Тут я стараюсь ее толкать постоянно. Почему, не знаю. Хороший ответ от игрока, который занимал десятки лучших мест в айкапе. Понимаю. Хороший вариант. Ну вот сейчас просто... Ну вообще можно сейчас вообще уже тупо пушить. Потому что уже 10-я минута. Все ранние артефакты мы уже взяли. Поэтому включаем аквилу. Поехали пуш. Помимо того, что у нас сейчас будет еще лайнинговый фарм. Мы еще должны захватывать и лес. Это уже просто время такое пришло. Мы должны этим пользоваться. Все, закидали линию. Идем в лес. Зафармим еще дополнительно вот здесь вот лес. Хил в двоечку возьмем. И по чуть пойдем Эншентов с Маднесом. И по КД ультимейта будем выходить. Пока крипы находятся у оппонента под тавером, вон там вот в данный момент, вот здесь вот, мы можем выфармить изи 2 кэмпа и вернуться на линию и фармить дальше. То есть мы забираем максимально фарм с этой линии. И поэтому нам становится немного легче. Видите, тут 3 крипа. Есть, все нормалин. Все нормалин. Одного крипа заруинили нам. Урса там бушует. Урса бушует. Все, хил берем. Можно в наглую Руфа зайти. Руфа в наглую. Танем. Йо, хил, поехали. Пуш. Хил в наглую. Хил и в наглую пуш. Наглую пуш. Хорошо. Не пожалели мы на саппорта, на тройку. Я не понимаю его роль. Какая у него роль сейчас? Наверное, у него тройка. Раз он сюда пришел. Я, наверное, саппорт просто, который пришел на эксп. Хорошо. Отлично. Один дау. Один дау. Удар. Хорошо. Некстом что берем? Скорее всего, пойдем в манту. Вот он, Проксан. Это иллюзия. Это иллюзия. Это иллюзия. Нужно манту. Яшу, и с Яшей будем работать. Погнали в Эншентов. В Эншентов надо идти, ребят. Потому что у нас сейчас уже достаточное количество фарма для того, чтобы ломать этих крипов сильных. Сильных крипов будем сейчас выфармливать. Перефармливать. Урсу, конечно, уже не перефарм, у него Егис. Но это на данный момент. Поэтому газуем в Эншентов. Даггер надо будет. Сначала сделаем Яшу, потом, скорее всего, даггер. И на таких артефактах попробуем уже выфармливать что-то лютое. Тут буста особого нету, у меня 3-1 бегаю пока что. Но у меня топ-левел, как и у мидера. Это очень хороший результат, в принципе, я считаю, на данной стадии игры. Несмотря как мы топ отыграли мы плохо. Крит берем. Хила в двоечку нам хватает пока что. Крипов тут запинываем. Там еще легион, кстати. Легион это очень серьезная проблема для Джиггернаута, потому что если меня будут тупо дизейблить, то это GG. Это GG. Хорошо, дальше. Урса там бушует. Я просто под таврами. Дай ему торнадо, брат, уходи. GG умрет, да? Все просто в наглую работает. Странно, почему он так на лайнинге не отыгрывал. Он мог. Мангус. Юс. Лего Лотар. Не знаю, будет очень печально, если я туда пойду. Сейчас свижу 4 героя, а Егис. От меня просто тупо толку нету там. Боже, у меня бинда нету, я кручусь. Знаю. Аппарата летит. Можно Лего попробовать убить. Хорошо, пойдет. Пойдет. Прокса по низу идет. Гоу, на низ. Что там у нее? Яша, Маднес и сапог, да?
Хорошо, это очень хорошо. У меня вообще почти ничего нет. Радует. Гоу, инвокер. Торнадо. Братец, молодец. Эх, колдснапчик бы еще накинул. И не догоним. Хорошо. Дальше в крипов. Теряем. Топе. Уж идет. Неимоверный. Прокса молодец, сплитует. Плохо единственное, что сейчас, если урсы, появится дагер какой-нибудь, он меня сможет просто убивать, в принципе. Надеюсь, мы это все порешаем. Можно взять еще стик, но тут игра не такая активная. А, дагер у него есть уже, да? Он просто фармит аппарат. Хорошо. Фармит аппарата просто. У него 11-й. Даст и гол, купим. Че, если вместе сейчас драться? Ой-ой-ой. Бьет его, да? Ай, хорош. Ай, нехорош. Криса пришла. На урсе. И вот там Аегис, не вижу смысла с ним драться сейчас. Мы не собьем его. Вали. Я умер тут, да? Джиджи. 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 А это легион, это урса. Против джаггера, конечно, тяжело будет. Это джиджи. Это джиджи. Тракса на топе, да? Надо на топ идти сейчас. Наверное. Не знаю, на самом деле такая потерянная игра сейчас тем, что урса на жестких бустах, но это мета. Джиггернаут менее метовый персонаж. Тяжело выфармливать будет, от инвокера нужно что-то. Инвокер свою роль не тянет сейчас вообще. То есть если кто-то идет мид, если он мид хорошо отстаивает, он должен давить. То есть и под этой давкой и уже керри выходит. Я конкретно сейчас, я дееспособен, но нету инвокера, чтобы помогать. Так что пока терпим. Пока терпим, пофармим. Легион, одна кнопка, будет в любом случае нас закрывать. Ну, с урсой пока драться вообще нет варианта. Урса. Когда у него не будет ультимейта, тогда я могу его что-то как-то через ультимейт еще пытаться убивать. А так толку нет. Походу, пуч нас покидает, ребят. Пуч нас покидает. Печально, жалко. Ты как обычно пишешь гайды, начинается это ливерство какие-то. Блин, вообще мне дагер нужен, чтобы траксу фармить просто. По КД. Тупо фарм траксы и все. Тупо фармить ее. Фармить ее. Фармить ее просто. И все. Это печально. Это печально. Ладно, ждем. Может, отлагает. Может, отлагает. Не отлагал. 80 урона легион фазы просто и брасер. Классический легион. Дагер, ну серьезно, на баланаре. Это что-то новенькое, на самом деле. Ладно, не мое это дело о таких артефактах спорить. Я не хочу топорик продавать. Я пошел тупо эншентов колотить. Надеюсь, успеваю на даблстак. Побудем фармить эншентов и все. Пробуем поднять дагер. Мне дагер нужен очень сильно, чтобы передвигаться правильно. Плитить я не могу. Опять-таки, по причине легионов, одна кнопка. Ладно, урса, хрен с ним, от урса я как-нибудь смогу еще, наверное, убежать. Легион. Легион нажимает одну кнопку, я сессирую. Я сессирую. Остав. Хорошо.
Так, Саватар, Аршадаст есть. Капец, побежали. Чик. Урса на миду, что имеешь? Он БКБ делает, это правильно, Урса? Я пошел в сплит. На низ, пока ребята дерутся. Топорик продадим. Купим дагер. Траксу убить. А, найс. Сразу аквилу включаем, его максимальный пуш тут. Просто ломаем. Правда, жалко, легиона нету. А, вон он на топе. А, точно, пресс-атак он что дал Траксе. Ломаю тэшку. Ломаем тэшку, хорошо. Хорошо. Ребята там загуливают по-страшному. Отлично. Я хотя бы что-то разменял. Сейчас Т2 пойдем, только ТП-шку надо взять. Берем еще третий. Все, погнали. Дальше. Погнали дальше. Кто там? Тракса. Я могу ее убить. Аквилу выключаем. И погнали охотником. Охотником. Ты меня не убьешь. Скрипы. Скрипами типа, ну... Придется. Хорошо. Замедло не снимем. Да. GG. GG. Замедло не снимает. Это плохо. Это плохо. Ладно, берем орбу. Орбой точно смогу снимать. Орбой точно смогу снимать. Ну, это плохо, на самом деле, данная ситуация. Я не могу разменять никакого героя. То есть я размениваю в себя. То есть мне невыгодно вообще нападать, получается. Вообще невыгодно. Там Рошан есть. Я не смогу никого никак убивать сейчас. Пока манты не будет, я не смогу уходить. Манта дагер нужен. Манту доколотим. Дагер. И попробовать с командой. Но я не знаю, там пуджа нету. Тракса... Мусор. Я ее убиваю спокойно. С Урсой проблемы. Дагер, манта, пашер. Может быть, что-то уже будет получаться. Но к тому моменту я думаю, что у него будет уже очень другой. Очень тяжелый билд. Хил. Хорошо. Пеншентов не успеваю, да, надо был стак. Плохо. Ладно, колотим. Урса идет. Урса. Я могу сам, кстати, Рошана забрать. Но с мантой пойти только надо. Али на низ. Очень много крипов. Очень много крипов на низу. Урса БКБ, это хорошо. Это хорошо. Ну, не для нас, конечно, хорошо. Там еще Лего. Зафармливаем быстро ребят тут. Бутилки. Бегать надо. Ресипи манты. Есть, имеем. Все, и тэпу надо держать. И тэпу надо держать. Все, хил в 4. Это космодон. Зачем он БКБ нажал, непонятно. Наверное, нужно было так. А так нужно было. Патча. Я жду манту. До свидания. Хорош. Отдыхай. Хорошо. О, Лего. Никто не поможет в данной ситуации. О, найс. Хорошо. О, зря дал. Я бы убил. Не пойду дальше.
Мы могли Рошана забрать, если бы ребята посуетились. Поможете? Все, я понял. У нас Сентри стоит, мы бы увидели, как она в Рошпит заходит. Она топит, тем более. Совсем рядом. Понимаю. Совсем рядом, пацан. Найс, первая драка. Твои сурсы. Урсу победили. Толпой, правда? У него не было ничего, это радует. Тот самый момент, когда Урсу надо ловить именно в эти моменты. Именно в эти моменты надо его ловить. Внизу очень много фарма, я завязал смоук. Так, его раскрутимся. Незаметно. Незаметно раскрутились. Рошан будет. Дагер башат. Стой, артефакт. Почти он, слэш есть. Они там, ну лол, ребят. Или нет? Рошана вывели. Я понял. Ребят. 1200 имеем. Салух повыбили. Давайте попробуем подбайтить. Я умер тут. На хил есть, интересно, есть. Гоу, подеремся. Хорош. Все, Урси ультимейт. Вообще можно сделать диффуза в Урсе. Это будет очень верное решение. Просто вернейшее. Против Урса, чтобы снять его ультимейт во время того, как я на нем кручусь. Это очень круто будет. Да, наверное, сейчас так и сделаем. Тогда диффуз некстом. Я вот тогда соло смогу убивать. Диффуз некстом тогда придется делать. Фус некстом. Хорошо. По центральной можно сейчас пойти. Центральный. Дагерок бы было бы хорошо, конечно. За тоже нужны. Почему ребята не идут? Неужели нету ничего у них? Фул. Фармит лес, фармит лес. Я не понимаю, почему они не пошли. Я не знаю, почему они лес фармить пошли. Вокер лес пошел фармить, yes. Рядом был. Но мы забираем Аегис, логично, что нужно пойти что-то сделать полезное. Ладно, я тогда виноват, хорошо. Проблема, что собираем? Диффуз или дагер? Лего там БМчик. Дагер возьмем, пофиг. Некстом диффуз и скади. Варианта другого я не вижу. Вместо башера диффуз придется делать. Кто там? Прокса. О, я опять сдох. Ясно. О, боже. Эти раки на легионах. Классный герой легион, все же. Одну кнопку нажимаешь, убиваешь. Окей. Окей, ладно. Ладно.
Го фармить тогда. Я пытаюсь просто что-то постоянно делать полезное, а не просто тупо стоять АФК долбить лес. Все-таки я придерживаюсь, что нужно просто тупо фармить здесь. Не знаю, этот легион, это такой герой. Отвратительный. Что делать с ним, ума не приложу. Я его не убиваю в любом случае. Пока башера не... Да я его и так и не убиваю, господи. У меня 1300 хп, у меня манта просто. Я ничего не буду успевать нажимать. Надо детекшн какой-то брать. Гем я не хочу носить сейчас. Вообще гем вообще годно сейчас зашел бы. При таком билде, который у меня сейчас, чтобы не умирать. И тупо фармить. У меня боец, у меня команда очень сильно боится, это видно. Они не понимают вообще. То есть, ну, чего бояться? Урсу бояться? БКБ нажал, отбежали, все. Баланар прикольный с даггером, конечно. Овер забавный, че. Это действительно годный пацан. Прикольный чел на Баланаре тупо. В центре. Так. Нам нужно двигаться, а не просто стоять на месте. Тупо нужно двигаться. Зайди первым. Я сдохну сразу, как зайду. Убивать сосете эту драку. Забашил, что ли? Гофака. Не очень пассивные. Не знают, как играть. Нужно агрессивно играть. Они сейчас просто оденутся. Легионы БКБ еще возьмет. Это GG. Это GG будет. Очень GG происходит в данный момент. Очень GG. Блин, у нас ЕС в команде, ну как можно быть пассивным? Ну хз, ребят. Честно. Честно, я хз. Добиваю ее, она одна осталась, господи. Чисто крипочек. Дальше сейчас будем, наверное, как ослы, как эти, как ослы влево-вправо бегать. А, я гем, кстати, отдал, да? Сразу же. Сразу же, только гем взял, да сразу... А, не, он не долетел, это радует. 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 Это радует. Дайте мне куру, пожалуйста, с гемом. Центр у меня гем, нафиг вам сам. Просто пушаем. Даю хил. Сразу бы такую игру играли бы, мы давно закончили. Уже бы закончили, если бы такую катку играли. Это игра с Джиггернаутом.
Сейчас он сольет кнопку. Хорошо. Хорошо. Отлично. Сейчас слот еще будет. Отлично. Мы бы сразу так зашли, если бы ребята не тупили. Они очень сильно боятся. Прям, ну это видно, что боятся. С Джаггером не понимают, как плеет. Джаггернаут — это герой, который заканчивает игры рано. И все. 4К имеем. Диффузиал сделать. Сейчас диффузиал сделаем, мы просто Урсу будем убивать на раз-два и Траксу тоже. Давайте диффузиал. Секундочку, ребят. Хорошо. Кто там соло умирает? Не умирает, хорошо. Аквилу в помойку. С маной будут проблемы, но гем мы будем отдавать. Будем отдавать, будем. Yes, I am yours. Хорошо, диффузиал имеем. Yes, yes, пятером также. Пятером также и можно низ. Да. Кто там Тракса? Рефраг. Если я сейчас на бустах полечу. О, да. Надо лететь. Зря. Ну ладно. Хорошо. Хорошо. Гоу-гоу-гоу. Кто там? Урса дерется. Гоу, Урсу. Ну, по идее, ничего сейчас не будет. Да, верно. Хорошо. Хорошо. Блин, опять аппарат бафает на атаку. Время пуша. Не понимаю, зачем это делают. Да ладно. КБ, пуш. Пуш и все. Килка стоит, можно пушить. Отлично. Газуем на топ. Сейчас возьмем тревел, моншар. Моншард сначала возьмем. Шард. Я пошел на топ просто резко. Насколько позволяет мне мой МС. Вокер, да? Вокер тпхнулся. Но вокер задефит. Варстыд. Опс. По топу иллюзии отправим. Вообще скади желательно было бы сделать. Для стат просто. Но тут мы играем с гемом. Гем, ребятам, кому гем лучше отдать будет? Я даже и не знаю. Потому что я очень мобильный. Очень мобильный. Быстрый интернет. Go travel возьмем. Travel и с тревелом пойдем. Хорошо. Отлично, travel есть. Урсалинка. Хорошо. Travel имеем.
Тут еще и руф. По подбайте. О, найс, подбайтим сейчас. О, нет, только не ультимейт. Тайгера нету, жалко. Хорошо. Жалко, дагера не было. Я бы туда ультом перепрыгнул. Рошана зайдем, пацаны. Упса в меду. Диффуз докупим сразу. Найс. Вот по налакрите на меня бафает. Это жесткая лютая тема. Берите. Сыра Егис будет. Сыра Егис. Еще бы муншар сейчас поднять. Эх. Магазик тогда. Магазик. Диффузил есть. Диффузил до калачу. Ой, диффузил. Он шарт. Кто там? Бала умирает. Я не пойду туда сейчас. Можно было сейчас просто пойти им в трон. То есть я могу на низ ТП сделать. Я хочу муншарты колотить. Хорошо, муншарт есть. Ребята там дерутся. О, мы запакуемся. Там сами справляются. Хорошо. С Маднесом жесть, атак спид какой мощный. Готовченко. Нормально камбэкнули, но несмотря на то, что там пацан на пудже вылетел. В принципе, катка достойная получилась. Не сдались. Ребята немного пассивные были в начале. Но просто нужно немного агрессивнее играть. Все будет получаться. Просто немного агрессивнее играли бы со мной. И все. Было бы огонь. Все было бы огонь. Не души. Не души. Бля, задушил таки. Да. Вот такая первая катка, друзья, это катка через изи линию, игра была нелегкая на самом деле, отыграли мы более чем понятно, на позиционке собрались вместе с ребятами и задушили, у них был очень сильный буст, Урса даже там писали, ой, гайд там, гайд сорван там, еще что-то, ну любят, как любят хейтеры повыпендриваться, и такие писюны они взяли в рот, друзья, поедем сейчас вторую катку, это был первый билд через диффуз вместо башера. Возможно, тогда сыграем побольше игр, потому что в этой катке нужен был диффуз против Урсы. Поедем сейчас в другую катку, посмотрим, что будет там. Ну что, друзья, на этот раз мы пойдем через центральную, через изи линию. Как видите, игра получилась хардовая. От инвокера нужно было ранний буст. Но так получилось, что Урса взял этот буст намного жестче и намного быстрее. Ой, очень тяжело будет играть против Бары, но ничего страшного. Попробуем сейчас отыграть более чем достойно. Погнали в центральную. Центральную будем стоять с инвокером. Я иду центральную сейчас в данной игре, ребят, и не призываю никого идти на центр джиггернаутом, потому что я хочу пойти просто в этой катке центральную линию, чтобы максимально выфармить, максимально быть в экспириенсе, чтобы брать игру полностью на свои руки, друзья. Вас я не призываю к тому, чтобы идти на джаггере мид. Боковые линии для вас, ребят. Стойте спокойно. Это не потому, что я там оверсильный или вы там оверслабый. Просто я хочу пойти центральную. На гайде просто пойду в центральную, ребят. Но не желаю вам, не рекомендую идти в центральную. Поэтому, надеюсь, все поняли. И надеюсь, негатива не будет. Потому что ко всем одинаковое отношение, друзья. Одинаковое. Все вы молодцы и красавчики.
Уф. Так, ну что? У нас один единственный керри, это я, Кор. Можно сказать, от которого буду двигаться. Ой, щити не взяли. Пик на самом деле там неприятный, там мета. Метовый нокер. Тиник там. Но надеюсь, тиник такой, как был на прошлом стриме. Кто помнит. Ибрагимчик. Молодец. Но кнопочки нужно лучше нажимать чуть-чуть. Ничего страшного. Так. Смотрите. Куры у нас нет. Это очень плохо. Куры у нас нету. Куру брать не захотели, ребята. Пуш просто клаку взял. Ес с топориком. Клок с топориком. Ну, в принципе, скорее всего, тут я что-то думаю, что 15-минутка нас просто вынесут. Как тут пойдем? Тут дефолтный башер с кади, я вижу. И все. Манта, башер с кади, и поехала. И поехала. Задушили. И задушили. Бара будет по КД на миду. Инвокера. Ой, господи, что я вкачал. Ладно, тут руны я в любом случае отдаю. Случайно вкачал G. Рядом F. Случайно вкачал. Ничего страшного, нет. Мискликнул. Прокачки. Посмотрим, как будет на миду. Но если курьера не будет, будет на миду все очень плохо. Плюс инвокеру руну отдали сейчас. Очень-очень-очень плохо. Ну да ладно. Ну да ладно. Хорошо, проблочили. Крипы сейчас от тавер засуицидятся. Но не хочу хапать от инвокера. А он будет тычковать. Вес пришел, зачем? Это что такое, что заявление? Я понял, спасибо. Заруинил мне левел мой. Забираем сразу куру у команды, потому что, я так понимаю, команда тут руинеров. Не буду на уступки идти. Кто попросит, тому дам. Вот этот чел просто пошел, заруинил у меня второй левел, забрал пол левела. У инвокера сейчас на левел выше все. Знаете почему? У него монетка пол левела. И еще две пачки крипов. Мне очень тяжело будет без буста выигрывать его. У него уже третья, а у меня до сих пор второго нету. Насколько важны вот эти были крипы, которые сейчас ЕС заруинил. Да ладно, это типа классика жанра. Сапог поднимем, постараемся с инвокером подраться. Ну вообще сапог и стик нужен. Против инвокера будет. А, против инвокера стик очень сильно нужен. Чтобы видеть, когда он ССшку дает под ногу. Чтобы видеть, когда он дает СС под ногу. Не заберу. Его сапог. Еще один такой заход, я его убью. Инвокер забылся немножко. Чуть-чуть забылся парень. Инвокере. А, ясно. Но через санстрайк меня сейчас убьют. Или нет? Чалька. Но нету на ТП-шку, кстати, золото. Придется пешком идти. GG. GG. Ну, классика, классика. Классика. Продаем хил. ТП-шку. Поехали. В наглую. Есть сапог, это смерть его. Я по тавер пойду прям. По Т-шку. Санстрайк дал, да? Хорош. Хорошо. Вард, С, С и хил. Вернули преимущество. Вернули преимущество. Ой, хилку поставим. Лишним не будет. Вернули преимущество. Инвокера. Хорошо. Зафармливаем крипиев. Да что ж такое, все так подлагивает. Тот лагает, тот лагает. Блин. Так вот я, блин, на стриме всегда 5 на 5 играю. На гайдах невозможно 5 на 5 записать. Вообще, я играю на гайдах по 12-17 игр. Ух, это просто, блин, я не знаю. И 5 на 5 записать очень тяжело. Не знаю, почему, ребят, не получается записывать. Сапог есть у инвокера? Хорошо. Хорошо. Хилку вешаем сразу, ману.
Монета, отлично. Пазы нужны будут, стик. И стоим спокойно. И стоим спокойно. Как в 2007-м, крутилка работает до сих пор. Амбару, наверное, ждет, да? Так близко стоит и танчит крипов. Пара прибежит, это плохо. Задрочистая вот эта тема. Задрочистая, да. Задрочистая. Бара нет внизу. Плохо, не добил. Тяжелый мид. Чувствуется. Из-за бары именно тяжелый мид. Так-то легко стоять. Из-за бары. Я не могу бычить, как обычно. Не можешь сплитить, не можешь бычить. Это классическая на самом деле тема. Когда играешь против слабого инвокера на миду. Слабейший инвокер на самом деле. Просто тычкует, но он метой пользуется своей. Что у него просто нифига достал. А у тебя что там, 700 рейнджа что ли? Я его могу убить сейчас. На изи причем. Ждем куру. Все, поехали. С такими хп, правда, хреново будет. Пытаться убивать. Ну да ладно. Нужно его подловить. Заранее дасты. И крутилкой добивать. Сейчас будем ловить его. Вакера. Как он хочет что-то меня подраздамажить. Он там с сапогом бегает, сладенький. Сейчас эти крипы кончатся, ты в таверну отлетишь. Он очень хочет меня убить. В сказку попал, братан. Ай, господи. Вот так вот. Переиграно. Переиграно. Кто-то в спину идет. Да, бара на меня бежит еще. Надо крутиться. Шо, бегу. Ну там Тини. Отлично. Хорошо сделали. Меня даже толпой начинают гангать уже. Чувствуют. Оппозицию-то чувствуют пацаны. Берем также сейчас. Берем вот эту тему. Вот так вот все есть. Ждем ультимейта и также инвокера разносим. Мана желательно 200 маны поднять. Максимально, как можем. И аквила срочно нужно. Но сделаем сначала... Стик апнуть надо, ребят. Максимально. Нужен абсолютно максимально апнутый стик. Он меня дамажит очень сильно, на самом-то деле. Эх, если бы попал. Если бы попал. Хорошо. Все, стик есть. Нам нужно немного поднять HP. Для этого стик мы сейчас проапали. Дальше в дефолтную аквилу. На лакарте кидает. Фига себе. Мощно. Мощно. Отлично. А он в приоритете меня потычковать, конечно, пытается. Ну там бара, понятное дело. Понятное дело. Сейчас попробуем опять подловить его. Наверное, бара бежит. Да, конечно. Конечно. Санстрайк кинул, не попадает, хорошо. Отлично. Хорошо. Пойдем. Пойдем. Пойдем, переигрываем.
Сейчас возьмем хил в двоечку и ставим. Есть. Щит. Давай, давай. Хорош. Это минус 2 будет. Это минус 2. Отлично. О, зомбезия. Не-не-не, я не пойду. Блокер еще под ногами. Добро, бэк. Я сдох тут. Нет, еще живу. Бара побежит, правда, на меня. Плохо. Но на хил маны нет пока. Лучше под хукал. Смотрите, с маны, у меня нету маны столько. Здесь бара не бежит. Но если бара бежит, я умер. Го, аквилу. Хорошо. А бара на мид бежит, на пуджа, да? Ай, хорош, все. GG. Так, что у нас есть? Омни почти есть, да? Быстренько продаем щит, ТП-шку. Посмотрите, ребята, как дайвят. Даже можно просто вот так вот делать. Хорошо. Фига я хилку там в тройку раскачал. Хил в тройку — это слишком много уже на данной стадии. Крит надо. Нормально. Нормально. Ну, пока душим, как видите, переворачиваем. Бара один раз ганганул, дальше. Удалось, немного переигрываем. Хорошо. Ча, Маднес. Даггер. О, 11 левел, кстати, 6 слэша сейчас откроем. Отлично. Пушим. Килку поставим даже. Пушим. Оранжевый — это кто? Теорик. Я бы мог инвокера убить, но, к сожалению, не могу. К сожалению. Печально. Гангнули. Пич меня ганганула. Манга. Маднес фармим. Дальше. Тут Маднес сейчас выколотим. Виллу выключим. Оп, хорошо. На топе весело, да? Пара гангает. Пара работает там две смены. Хорошо. Делаем вид, что уходим. На самом деле идем сюда. Вообще надо бы в другую линию выйти. Го, у нас есть Омни. Слэшевич. Попробовать выйти. Ой, хорош, там клок зажал. Но там сейчас будет прокаста Тинника. Нет, Тинник просто его выкидывает. Подходит ЕС, дается эхо, слэм. Подходит нейтральный крип и тоже пытается помогать. Забирается у нас от ЕС. А нифига там люто. И тут подходит у нас уже Джиггернаут на то, чтобы, как говорится, докушать. Ай, найс, фиссура. Это специально, чтобы я не забрал. Я вам вангую. Чтобы я не забрал. Видели, что сделал ЕС? Специально закрыл, чтобы я не ультанул. Ой-ой-ой, такие там HP сладкие. Лол. Это жестко было сейчас. Вард кончился, из-за варда не забрал я. Печально. Печально это все. Там кура демая. Хорошо, и ТП-шку давайте возьмем, что ли. Печально. Я уже думал, все, сейчас ультану, достану. Гоу. Ой, Леорика кушает. Сейчас бара зацепится еще туда. Хорошо, минус 2 будет. Минус 2 будет. А, вот оно что.
Вот оно что. Не-не-не-не-не. Так не пойдет. Нет. Ай, жалко-жалко. Так, все по очереди полагали. Осталось, чтобы я залагал. Еще. Да. Во, отлагал. Отлично. Я не пойду туда. Нет. Туда не пойду. Под томбу я лезть не хочу. Тут даже бы, блин, что зашло у нас бы. Лок там зашел душить. Блин, надо... А, вокер тут еще. У него медас есть. Я пошел в эншентов. Где все отошли. Куда там под томбу лезть? Хилку будем ставить. Завардим инвард. Ничего от одного варда не изменится. По лесу пройдемся. Вакер, наверное, фарм. Плохо. Хорошо. Я думал, он санстрайк уже кинул. Еще критов в интервал, потому что попадаешь с Маднеса. А, 1000 крипов, понял. Квиллу в кул. Так это ж хорошо. Я еще пытаюсь прокликивать в ультимейте именно того, кого бить. Я не знаю, работает это так или нет, но это по идее так не должно работать. Тем не менее, я все равно это делаю. Найс, все, крит докачали. 35% шанса крита. И уходим сейчас дальше в эншента. Все, берем Яшу. У нас сейчас фарм хороший идет. Просто перефарм, по сути. Опа, это что, ты на меня бежишь, что ли? Нет, ну давай, побежали на топ. Побежали туда. Там зомби еще идут. Не, ну зомби. Кайф. Зомби будет не кайф идти туда. Сейчас большого весельчака этого заберем и одного маленького крипа ставим. Яша есть. Хорошо, вот так вот. Сейчас топорик продадим, Яшу забираем. Сколько у нас? 56 крипов, 15. Очень мало. Очень мало. Очень мало. Хорошо. Газик сюда. Газик, ну у них late game очень лютый, на самом деле, я не потяну их. Толпу их я не потяну, Леорика, Бару, какой бы перефарм не был, я бы не потяну. Я их не потяну, какой бы там перефарм не был. Рошу надо идти. Кажется, можно изи сейчас Рошана забрать. У нас все есть, чтобы его забирать. Крит, сейчас хил в четверку. Поехала. С помощью этого Рошана мы попробуем сейчас как-то перебить их. Перекрывать их попробуем. Хилку поставим тогда, когда у нас будет пол хп. Хорошо. Ломаем. Ставим. Пойдет уже. Санстрайк залетит, хп будет очень мало. Ару. А, бро, кидай ару. Быстрее заберу. Хорошо. Отлично. Ну это мой Рошан. Их нету там вижена. На низ сейчас пойдем драться. Отлично. 1300. Или не пойдем. Или пойдем. 15 левел. В спину зайти. Оу.
О, есть адагер. Гоу, гоу, гоу. Есть адагер. Сюда. Че герой не крутится? О, спалил. 10. Ладно. Хорошо. Отлично. Отлично. О. Крица. Паре. Добейте, ребят. Хорош. Суицид. Суицид в Аегис у них пошел. Молодцы. Пуш. Т2, ребят. Отлично. Хорошо, когда кор ведет правильное русло. Когда кор ведет правильно, тогда игра возвышается. Панта есть. Все. Давайте сделаем еще вот так вот. И один вардик. Гоу, гоу, гоу. Т2 смело. Курл Магас. О, привет. Тайгер. Пацана ломаем просто. Все, наш второй тауэр. Заслуженный, я считаю. Отлично. Ой, хорош. Хорош, господи. Хорош, господи. Надо уходить, бро. Я не пойду там драться. Гиблое дело. Тут вард ткнем. Все, Стони Гиант наигрался. Думал, изикатка. Думал, изикатка. А у меня слэш есть уже, можно подраться в миду. С минус. Есть. Сейчас дагерок в скаде, быстренько. Дагерок в скаде. Нокер Йул имеет. Я его через Йул даже убью. Даже через Юлу Нокера убью. Покрутится он в Юле. Некоторое время. 2 секунды. Ладно, 2,5, окей. У меня 9 слэшей. 1, 2, 3, 4. 2 секунды. Сейчас дагер искади просто. Перефарм лютый идет. Оп, что цепил. Гоу. Томбу разобью. Хил поставлю. Жудаю хил. Гоу, зажму его. Ох ты, крица. Вокер байбек. Б. Если вокер байбек, то Б. Хорошо. Фармим дальше. Ждем у меня слэша. Играем просто от ультимейта. Я постоянно так играю. Постоянно так играю. Гоу, стак. Здесь стакаем сразу. Если играете на джаггере, не знаю, я всегда играю через эншентов. Стараюсь максимально фармить эншентов, потому что эти крипы очень легко ему даются. Очень легко. Просто подбежали с Маднесом, натыкали и все. Сейчас дагерок возьмем. Гоу. Есть дагер. Дальше скади, просто скади башер. Скади башер, Абисович. И все. И GG. И должны будем уже жестко пушить, потому что там у них late game. Там Леорик. Тик в помойку, ребят. 22 минута, несмотря на то, что 22 минута, ну, как бы рановато еще продавать стики, потому что стики могут еще на этой минуте решать. Но у нас уже заканчиваются слоты. Зомби поставил. Да. КД. О, хорошая руна. Опа. Let's go. Хорош.
Жалко, не ультра. А топ на вставочку. То бы на вставочку было бы. То было бы на вставочку. Хорошо. Отлично. Пойдем Тэшку. Еще одну. Только джугеров ломает тут. Это скадуи. Скадуи еще быстренько поднимем. Надо будет сейчас улетать на блинке. А, нет, все. Пусть иллюзии задушат. П. Пусть бросаем. Рано еще как бы ХГ, мы не окрепшие такие. Я еще не настолько силен тут. Подушить. Задушивай. Так, ну надеюсь, next там быстро выфармим артефакт. Следующий. Будет очень хорошо. Будет очень хорошо. Квилла это 500 золота. Квилку. Продадим. Это скади будет. Почти есть уже. В целом. Две орбы. Пэнбустер и орбов вином надо. Будет очень хорошо. Хорошо. Бара что ли побежал? Да, вижу. Бежать надо. Волосы назад. Увидел я. Видел самый последний момент, что бежит животнич. Животнич бежит. Там еще кто-то бежал. А, Леорик. Так они меня вдвоем, наверное, не убили бы. Хорошо. Пара нанизу еще остается. Кому в наглую побежит. У нас, в принципе, ничего этот чувачок не сделает. Но убежать он может. Крипов пусть колотит. Заколотит крипов, я выйду, задушу его. Заколотит крипов, выйду, задушу. А, он там остается. Да ладно, говно. Отлично. Хорошо. Так, ну почти скади есть, да? И на прищелец. Хорошо. У нас блинк на месте. Чуть остается, да? Ну сейчас пойдем продадим 500, еще 200 золота. Скаду есть. О, все, скадуй есть у нас. Я в магаз, пацаны. И Рошу. Скади есть, можно поесть. Хорошо. Уж с Роденса. Лоу. Так, ну что, забираем Рошана, беру Аегис из Рэмпейджа. Let's go. И остается нам Абиссал. Почему я сделал сейчас скади? Потому что нам нужны хитпоинты в драке. Там блейдмейлы. С БМами надо что-то делать. Есть, брат. БМы. В БМы будем в любом случае бить. Хорошо. Отлично.
Поехали. Извините, маску не надел. А бендините стоял. Хорошо. Хорошо. Но это на вставочку. Безусловно. Это на вставочку. Это на вставочку. Хорошо, сейчас обиссал уже, джи-джи. Господи. Даже не потратил реса. Чисто ниндзя. 29-я минута, очень много слотов. Но с центральной намного легче выходить, не знаю. Ой, манту не нажал, ничего не нажал. Манту не нажал, ничего не нажал, печалька. Успел. Пойдем, бро. Все, отдаю тебе. О, абиссал сейчас надо сделать. Абиссал — это наше все. Можно по топу в наглу пойти, но кажется, меня могут высушить все равно. Через бару. Сейчас герой моргал, меня никто не убил, бара на меня побежал. Не стыдно ему, интересно? Че, косарь, да? Еще 2к надо. Да, абиссала. Абиссал дефолт. Вот это будет сейчас самый дефолтный билд, который вообще есть на Джаггера. Это вот через абиссал. Абиссал скади, вот это дефолтнейший билд, который в топ ТБ постоянно юзает. Самый профитный билд, можно сказать. Ля там есть вообще. Но туда не хочется прыгать, честно, под томбу. Туда никого нет, можно прыгнуть. Бурен Блейд. Шугаем просто, крутилочки. Ребятки. Боятся, пацаны. О, низ. Блин, хотя низ хрен зайдем, типа, ну. Надо дофармить, просто ЕС умер вообще, не в тему. Бегом. Саегисам снесли мид, это все нормально. Сейчас дофармим Пашер. 1к остается. Хорошо. Все, эншенты. Отлично. И уже будет абиссал, я уже смогу смело прыгнуть в инвокера, задушить его. Или лучше зомби. Зомби томбой очень сильно мешает. Зомби очень сильно томбой мешает. Али на топ. И на топе уже заберем башар. Пара БМ. Хилку перед дракой можно еще ставить. Я обычно в драке стараюсь ставить. Перед дракой как-то, ну. З. 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 Сейчас бы Магнус был бы в команде, чтобы сплэш был во время фарминга. Это вообще лютая страта. Вообще круто было бы.
Есть, есть башер. Писалович. Все, отлично. Иду. Иду вниз. Вообще желательно топ бы мне дальше идти. Леорик на миду. Два раза убивать. А, не. А, да, хорошо. Иду, два раза Леорика. Только не говори, что мне надо будет снимать. Дабл демейдж, да, придется снять. Манты закайтил. Изи. Фраги. Кил любого. Скади, башер. Это все наше. Это все наше. Скади, башер, это все наше. Сейчас Маднес будет. Скади, башер, это все наше. Сейчас в бару. Оп. И забашил. Крутилочки. Забашил, крутилочки. Иди сюда, дорогой. Хорошо. Хорошо. Дайте рампочки. На, говорит. Истинный фан. Лол. Лучше пытался сопротивляться, бро. Лол. Понимаю, чё, шарт остается нам. Шарт остается. Шар докупим. Все, я пойду топ. Шард. Хорошо, и некстовая катка, друзья, у нас будет через Аганим. Это 100%, я вам отвечаю. По-другому никак не будет. Никак. Next катка через Аганим. И посмотрим там, что уже будем делать. Возможно, будут молнии. Возможно, будут бабочки. Изолятор, скорее всего. Ну, то есть попробовать совсем другой билд. Совсем другой попробовать. Посмотрим, что из этого выйдет. Думаю, будет интересно. Думаю, интересно. Ребята там дерутся. Зомби затыкаем сейчас сразу. Хорошо. Опа, хил идет. Главное, чтобы хил шел. Хил идет, и все хорошо. Хилочку подконтриваем аккуратненько. GG. Такая, ребят, катка вышла у нас через центральную линию. Куда лучше, чем прошлая. Прошлая катка была тяжелая. Жесткий буст у оппонентов был. Буста у меня не было. Выфармливали как могли. Выфармили, победили. Правильно настроили команду. В этой катке же получилось у нас немного по-иному. Пошли, буст получили, задушили. Такая, друзья, у нас катка. Пойдем сейчас next его через Аганим уже. Посмотрим, что у нас получится. Я надеюсь, будет интересно. Поехали. Мид. 5. Опоздал. Опоздал. Опоздал, братан. Так, берем сразу Джугера. Джугера. Джугера берем, там, в Рейсбэнд, там. Удачи. Иду. Ок. Что тогда берем? Пойдем вот так вот. Пойдем вот так вот тогда. Топорик. Го топор сразу возьмем. И пойдем. Пойдем. Че по пику? Ага. Вивер. 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 Я по низу пойду. Не хочу идти на изи линию, ребят, потому что на изи линию уже стоял. Go в хардлайн. Но в хар... это наш герой вообще не для хардлайна. Низ фарм. Пойду низ пофармлю. Посмотрим, что они там еще, ребята, наберут. Надеюсь, наберут такого, чтобы я смог спокойно ультовать. Потому что тут пойдем через Аганим. Мид нам не дадут. Пусть инвокер, если идет,
Медь, пусть идет. Уступим ему. Некролайт. Во, некролайт, это хорошо. Это хорошо. Огр Куру возьмет. А, Огр Блейдов Атак возьмет. Годно. На самом деле, нафиг Кура. Нафиг Кура, если можно купить Блейдов Атак. Когти, берешь окровавленные и бежишь на центральную, и пишешь инвокеру. Эй, Раф, Ямит. Нормально же. Ну, пока приемлемые персонажи в ЭС, на самом деле. По кайфу будет. По кайфу. А если еще возьмут сейчас какого-нибудь, ну, не Легиона, но... Вот что, например? А, Рубик. Да, по кайфу. Типа, им как раз саппорт, типа, нужен. Рубика возьмут или Шамана. Вообще кайф будет. Вообще кайф будет. Так, ну тут надо показывать самую быструю руку на Диком Западе. Так, Бара. Боксим. Боксим. Криси. Зачем забрали? Блин. Случайно ману не пришел. Если еще сейчас Бара будет фармить, это вообще, конечно, угар будет. Классическая катка. В принципе. Так, Патма. А, вот хочешь играть, выиграть Джиггернаута, Азеса, бери Патму. Блин, вот я так и знал, что сюда вот против Вивера вообще не кайф будет. Да, Бара фармить собрался. Это плохо. Мы будем щиток бомжа тут покупать. Щиток бомжа будем брать. Чтобы он не сильно не харасил. Харасить будет по-страшному. С тем вивером стик бы тут. Зашел. Стик зашел бы. Оп, сейчас вот так вот возьмем. Оп, добиваем. Хорошо. Возьмем крит. Берем. Щиток бомжа. Чтоб минимального урона нам наносил Вивер. 40-30 урона. Даже меньше. И стик надо будет взять тут. Будем запаковываться с самого нуля. Господи. Пара фермерский. О-о-о, мид. Патма мид выиграла по на данный момент. Ясно. Потому я бы в миду тоже не убивал. Но я бы не дал ей фармить. 40 лата больше не поставлю. 4 на 5 будем, походу, да? 4 на 5, походу, будем. GG, я кикну. 35 лат, go kick. Давай, давай, давай. Моего крипа. Давай. Ай, Криси. Ой, да ладно, ты вот, вот это вот зачем делаешь? Ой. Тупо вот я понял. Базару зеро. Тупо Криси. На этих тиниках играют только Криси. Просто Криси. Нормально фармим.
Куру взял всем. Не буду выпендриваться. Куру забрал бы. Потому что не люблю куру отдавать. Начнется пока дает это таскание куры бестолковое. ПКД. Ну я в хардлайне стою, все, поехали на экспириенсе. Быстренько выколотим фазы. Вилла. Будет все норм. Будет все норм. Начнем с сапожочка. Киника можно будет убивать, но чуть позже. Вивер меня старается захейтить. Щиток, кстати, решает очень сильно. Щиток хорошая вещь. Найс. Маны нету у Вивера. Там на один. На один спел у него мана. На один шукуч. Сапог. Ту линию назад отпушим. Маны нет, я его закручу просто. Чисто закрутил бараний рог. Хорош, будешь знать, как нападать. Давайте аквилу сделаем, наверное. Чтобы стоять легче было. Мана, на мана регене будем. Хорошим на статах. Плюс мана нужна, сейчас ультимейт уже будет. Вай, хорошо. Отлично. Вай, ты что так делаешь? Ты вообще извращелец. Ну, Тиника я не видел. Закупался как раз. Все, аквила есть. Хорошо. Хорошо. Что там у Тиника? Нету маны. Мой ты мой сладенький. Маны нет, но ну вы держитесь, да? Маны нет, но ну вы держитесь. Так, Вивер пришел. Вивер пришел, хорошо. Дальше лупим, ребят, фейзы. Квилла горит с Вивером. Он же тебя Старфолом убьет. О, он, наверное, Ару раскачивает. Но это неправильный билд. Раскачивать Ару вообще не нужно. А на топе никого нету тупо, да? Ур на топе не стоит. Это плохо. Тиник сейчас на руну, кстати, пойдет. Тини на руну пойдет, умрет. У меня по-любому там есть прокаст, поэтому вот здесь его встречать будем. Ходить не будем ближе. Хорош. Хороший крит, да? Он только развернулся что-то дать. Я так и не нажал на него, не увидел, сколько у него маны. Нормально. Хороший момент. Специально не подходил, потому что ждал, что... Чувствовал, если бы я пошел, я бы по-любому по таймингу словил бы его. Сдох бы. Сейчас фазы и на топ. ТПшечки. Некро убиваю просто с первого. Фейзы есть, можно поесть. Стики бы апнуть. Может, нам нужны HP. HP нужны для того, чтобы двигаться. Опа, смерц. Хорош. Ай, не добил рак, получается. О, спека. Хорошо. Что берем? Крит возьмем. Потом хил, если что, возьмем. Хорошо. Бля, на топе ведь... А, Вивер там. Все, можно работать по спектре, да? Аквилу не выключаем. Фармим тут. Спектру через... Стрейфы. Поддушиваем и все. Хорошо. Крутилка имба. Тупо имба, все хп. Тупо имба.
Хил надо в разочек еще вкачать. Желтый это вивер. Пикать надо с городу. Так хотел хилку сбить, что забыл, что он может умереть. Хорошо. Куда бара пошел под крипов? Чисто. No logic. Тэшка падает. Но нет, так уже не пойдет. Некоро там уже серьезно. Но нету маны. Хорошо. Пазы откатились, задушил. Хил берем. Двойку. Отлично. На меня выехали там. Паны. Надо уходить. Бросаем. Все, уходим. Да-да-да, я видел. Там Тини, по-моему. Ладно, го сюда. Я его не видел. Честно, я уже увидел под конец, когда он передо мной был. Неужели он в наглую шел по карте просто? Я бы не успел ТП выйти. Закрой, пожалуйста. Не беси. Вот меня бесят эти советчики, что в чате советы дают, что, блин, в игре, это жесть какая-то. Я Тини не видел, вот отвечаю просто. Хотите верить, хотите нет, я тупо его не видел. Ладно, не суть. Короче, агоним. В студию. Но я думаю, сейчас сделаем дагер просто. Не агоним. Дагер. Хорошо. Дагер. Let's go. Хорошо. Хорошо. Отлично. Ох, что бара, советчик. Ох ты, Криса. Неужели у него тогда уже дагер был? Серьезно. Вивер, это у него жопа. Чисто. Жопа чисто у него. Зайти, забрать там хилку. Вот главная задача была хилку забрать только. Ну пофиг на всех остальных. Так, отходим. Поинт бустер нужен, ребят. Берем тэпу. Сейчас на мид полетим. Много фарма. Инвокер 6 секунд. 4 секунды. Блин, но не получится, да, походу. Ладно, получится. Главное верить. Ладно, верить. Пойн бустер срочно берем. Пойн бустер берем срочно, кусаем сочно. Сейчас как раз будет достаточное количество хитпоинтов, чтобы не умирать с прокаста от Тини. Отлично будет. Найс. Я не пожалел, что я первым артефактом взял дагер, потому что, ну, это годно. Берем. Пойнт. Под мана внизу. Гоу, омни слэш 30 секунд. О, инвизибилити. Хорошо. Подойдем с инвиза, побьем ее просто. Я можно будет даже, знаете, как ударить, нажать F-ку и, блин, кануться за ней. Попробовать за первый убить. 22 секунды. 22. Странная подма какая-то. Я не прострейфил. Найс, хорошо. Хорошо. Жопа горит у потмы. Там ребята, правда, драку слили. Я потму убивал, мидера их. Даем ТП-шку. Полаганима имеем. Полаганима имеем. Фармим дальше. Ну, есть аганим, надо, кстати, воспользоваться. В лейте, кстати, мы проигрываем им. Это плохо.
Барды бы. Сейчас ночь глубокая. Вообще ничего по карте не видно. Но тут молнию, наверное, сделаем. Хотя, блин, там некролайт, спектра. Да сделаем молнию. Фармит пацан просто. Хорошо. 1000 хп, но Тини, по идее, не должен меня убивать. Спрокаст. Спрокаст, по идее, не должен убивать. Хилка какого? Второго хватает. Хил второго, это хорошо. Там не один. Хорошо. Я разнесу их сейчас там. Проем стоял. О, еще и пот. Хорош. Хорош, господи. Хорош, господи. Я понял, за всеми зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Это про меня. Го-го. Так и не разультился. Я хотел в Тинника ультануть. Хотел в Тинника ультануть. Ладно, пойдет. Но есть ульт, зато. Да ты, блин, животнич. Дай мне. Зафармить. Так, есть. Аганим, кстати, имеем. Стоп, подождите. Где Огаракс? Не было. Разве я не взял Огаракс? Опа. Нет. Алакрити не купил. Талька. Зад. Алакрити надо взять. Я понял. Я понял. Забрать, пожалуйста, пожалуйста. Я буду огрызаться, типа, я такой крутой. Да ладно, идти не тут. Да пошел ты. Ой-ой-ой. Хорошо. Абсолют войс. Я не пойду, у меня хп нет, чтобы душить. Хотя, 130 мана у меня. Ой, шишер. Шишер, не, так не пойдет. Все шишер там, то не. Заберут. Я не пойду с такими хп. Найс, блинк, видели на месте сюда. Хотя нажал на место проходимое. Вот это как работает так, ребят? Вот так нечестно, неинтересно. Еще пару крипиев. Все, лакрити. Есть, гоним. 16 минут на 2 минуты позже, но ничего страшного. Все, по КД драйте. Просто по КД. По КД. Драки по КД. КД. Погнали. Там пацаны как раз сосируют. Ой, там мне кровь одна тычка. Это герочек КД. Сколько у меня? 24 секунды. Ну, я, блин. Добегу. Успею добежать. 15 секунд. 10. Хорошо, вот это на характере. МХ! МХ! Понимаю. Тинника надо найти здесь. Тинника надо найти. Дед меня просто шухерит. Жесть. Ох, что дед, завардим. Активки. Ох, что ты джаггернаут МХ-шный. Ну что там Хаджи Гернал? Он из... Чё там, он из стрелы в темноты выворачивался. Понимаю. Вот такой вот я Криса МХ-шный. Вот здесь один вард поставим. И вот сюда поставим.
И надо улететь. Опа. Блин, такой каев сейчас был бы его забрать. Изи. А нет, не изи. Изи. А под хилкой надо будет убегать. Хилку вперед меня пропустить. Опа. 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 Опа, ну она умерла. Хорошо. Хорошо, вот это задушено, я понимаю. Это я понимаю. О, ДДшка. Найс. Погнали в эншентов. Ай, не успеваю стакнуть, да? Я нет, успеваю. 54 подбегу. Ударил. Отошел. Че, next там? Next там молнию, наверное. Next там молнию. Ладно, спектра. Давай, давай. Надо ультануть. Еще на этих силах. Хорошо. Шелкер там тащит. Ро по низу. Но на низ сейчас по-любому кто-нибудь тпхнется. Блин, вообще надо добить 16 и пойти задушить их. 16 молнию буду делать, ребят. Молнию. Молнию. 16 можно. За этих големчика вообще ничего не дают. Опа, мусор. Пищевая добавка чисто. Чисто пищевая добавка. Эти големчики маленькие. Это такая специя какая-то. Один маленький листочек такой. Приправа просто. Все есть, и гоним. Ну что, на низ кто-нибудь дефить будет? Давать хочу. О, вон он. Пищевая добавка приехала. Ну, крипов снесешь, я подойду. Эй, да чё так неинтересно, тени 4-1. Что, блин, ну вообще не кайф был. Найс. Я понял. Ну, минус монлайт. Кстати, жесть, как онлайн будет контрить мой ультимейт. Очень жестко. Вон в лесу кто-то. Хорошо. Потма. Потная потма. О. О, чего нет? Сладенькая, стой. Она собралась. Ой, да ладно. Вот это я, получается, сладенький уже. Вивер умер. Это радует. Даггера нету. Ага, я бы ушел, был бы даггер. Чуть-чуть не хватило хилков, когда был. Забрал он Unstoppable, это очень много для него. Слишком много. Но Тини прыгнул, не в кайф вообще. Спектра 2 килла. А, это очень плохо. Это очень плохо. Это очень плохо. Я позиционка ошибся, получается. Нафиг надо было ультовать. Вот. Застрял, застрял. Убей. О, он же мог его убить, почему не убил? Там маны нет, ничего нет. Там никого нет. Ладно, моя ошибка. Секунду. Держи. Рекуру. Это плохо. Мне не дали вот здесь ультануть. Далековато было. Но они что-то заподозрили. И надо вардить, Огур, надо вардить, братан. Ты можешь вардить? Огур, варди, пожалуйста. Это в помойку был. Блин, ну вивера, вивера ультовать. Это зашквар. Oh,
зомби. Кибер бегает под ногами. Песочки все. Хорошо. Хорошо. Это я понимаю, ультимейт. Мон войны прыгнул просто. Спектра один раз убила Джаггернаута такая, знаете. Команда Локси. Чисто. И оттащили им. Один раз убил Джаггернаута, нон-стопа, блин. Все, можно, можно выпендриваться. Хорошо, команда Локси. Гоу. Побьем. Тэшку, чтобы они не расслаблялись. Команда Локси. Вот так вот. Вот так вот, пацаны. Не будьте такими, пожалуйста. Так, ультимейт почти есть. Будем крутиться и душить. Молния полетела. Кату, кату лупишь, типа молния летит. Что ты от меня хочешь? Ой, нет, пожалуйста. Уф, хорошо, П. ВВБ. Опа, молния есть, можно поесть. Поехала. Нет, но только не в крипов. Господи. Но надо бежать, волосы назад, от тени там пот мы всякие. Жесть просто. Не повезло с ультом немножко. Я убегу, по идее. На фазах. Хорошо. Молния есть. Ну, там нормально молния разносит. На самом деле. Блин, не хватило. Вот повезло спеке просто. Тупо ей повезло. Еще сейчас Рошан надо пойти. И надо что-то собирать такое, чтобы было глобально. Чтобы выносить всех, не бояться. Эйго. Эйго. Не. Завардить бы. Блин, ну купим один вард. Гоу. Так вот, куру туда сразу. Потому что сразу, чтобы поставить сюда вард. Нормально будет. Там тени лотарши скупят, придется еще слот забить. О, это что такое? Это кто так делает? О боже, раки. Господи. Хорошо. Я сам пойду туда. Нюанс залагал. Не, ну так неинтересно, если у них кто-то вылетит, это ГГ. Неинтересно. Мы их выиграем так. Все, для некро эта игра закончилась. Минус один фидер. А, боже. Да, это минус некр. У него, видимо, конкретно. Я когда-нибудь запишу гайд 5 на 5. Когда-нибудь. Вообще, то есть, блин, вот меня хейтят за то, что я постоянно играю 4 на 5, 4 на 6, ну, блин, это от меня не зависит, как вы этого не понимаете, господи, что я могу сделать, интернет ему провести, серьезно, постоянно в комментариях, ой, играю с раками, 4 на 4, мне интернет им провести, или что, что мне сделать, чтобы играть 5 на 5 полноценно? Вот я пишу, мне нужно отписать эту игру. У нас Зевс вылетел, у него лагало. Надо отписать игру. Вот отписываю игру. Что сделать? У ребят интернета нет. У меня тоже бывает интернет проседает. Я ж не могу ничего сделать. Серьезно. Ладно. GG.
Вообще, я там должен был быть. Но там инвокер, видите, соло повел, там чисто байтил, походу, на этого Зевса. В итоге сфидил им, там еще кто-то стоит. Надеюсь, огур хоть не пойдет отдыхать туда. Все, кик и поехали, Рошан. Они камбэкнут это, мне кажется. Кажется, у них камбэк изи. Тини, Лотару, все пошло. Сакры тут. Он позабирал артефакт. Ну надо дасты брать. Дасты, опсы. У нас некому варгить. Варги, пожалуйста. Башар сейчас обиссал. Искади, наверное. Сделаем. Что, пожалуйста, не башит так сильно. Да что ж такое-то? Жесть, как башит. Я бы его не забрал, блин. Лол. Лол. Еле-еле забрал. Еле-еле забрал. Так, ну молния есть, аганим есть. Рошана забрали. Лока имеем. Дастов нет. Продавать аквилу не хочу. Но дасты нужнее, чем аквила в данный момент. Потому что ни тиника, никого я не убью без даст. Это джиджи. В данный момент без аквилы никого не убью. Ой, без дастов. Ну вы поняли. Хорошо. Так. Аквила, помойку. Дасты, есть. Тэшка там на миду, да, на минуса. Идем пушить, и я с радостью, ребят. Огр, ман, идет. Т2, гоу. Спека, радиенс. Я могу их, блин, задушить тут. Что-то крип на спектре. Тупо крип. Тупо крип на спектре. Го, под хил встаньте. Даже хп нет нифига. Я просто душу. Огур пошел на тот. А, бара. Да баре вообще пофиг было, да? Барат фармит. А минус ББ на спеке, это хорошо. Так, что next там? Кирасу бы сделать. Было бы круто. Но нужен абиссал, чтобы просто прыгать и задушивать. Но я с ульты дерусь, видите. Кирасу гол. Или на жир что-нибудь скади. 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 Скадуй. Тревел гоу сделаем. Первый артефакт, который я хочу здесь. Тревел, чтобы вот так спектру убивать. Есть фаза в помойку. Аквилу фаза сейчас сразу продадим. Тревел. Годная вещь. Башар, абиссал давайте, потому что там вивер. Он просто нужен нам, абисс. Просто обязан артефакт я этот купить. Кто так видит? Не удалось, да, нормально отыграть? Топ сейчас подпушим. Крывала, в принципе, бесплатно нам обошлись. Минус 500, там минус 700 золота. Поменьше. На мид. Хорош, заберет. Тревел КД, брат. Бегу пешкой. Пешкой. Yes, yes,
Ультанул даже, пофиг вообще. Ультанул даже вообще пофиг. Я пушу, мне все равно. Хорошо. Я отошел, еще живой розовый тет. А еще некро убил. Формалин. Внизу подфармим. Так, 4К имеем, кстати. А Егис спал. Я понял. Классика. Крипов еще. Господи, что ж делать-то? Так, пойдет. Один мой вардик стоит, да? Один мой вардик стоит. Хорошо, место хотя бы освободилось. Хотя бы место освободилось. Вообще, Октарин может сделать. Паров, почему нет? Ультовать. Лучше Кираса, ребят. Кираса, ты куда? Вы куда? Ну вы че? Ну как без Кираса? Вы че в таком билде? Как в таком билде без Кирасы? Олд. Я бы сейчас Абиссал сделал, да, это было бы профитнее. Но Кираса. Кираса, вы представляете, что это тут? Кираса, это вообще каев. По минус. Минус все. По минус все. Хорошо. Чисто у меня в атак спит все. Ультимейте душить. Завардить бы. Зарак юаф этих. Огр просто фарм ушел. АФК. Не знаю, как мы тут выигрывать будем. Страшно. Ласт слот остается, надо подумать, чтобы был монопул и хп пул. Скади или... Ну вот, блин, вообще нужен тут башер жестко. Варианта уже нету. Варианта уже нету. Го завардим дефолта. Раз. Два. Здесь поставим сейчас. Три. Три дефолта. Чисто видеонаблюдение видео. Давайте поставим. Хорошо. Четыре варда. Лучше пусть такие хотя бы стоят. Мне некогда варда. Потом. Изи. Там Юл вообще пофиг. Слушай. Юза Юл. Да, тавр душу. Лол. В ульте тавр душу. МХ, говорит Юра. Да я сразу сказал, говорит. А я сразу сказал, говорит. МХ. Давай, давай. Задушиваем. GG. Гол дали. Наглую. Пара. АФК. Гоу, бро, помоги запушить. Начнется драка, я залезу с ультимейтом. О, спек. Хорошо. Нормально.
хорошо. Жизнь одна, а ты фигни страдаешь. Спектра 5 ББ, да? Yes. Excellent choice. Are you here and obey? I am yours. Excellent choice. Я тоже на работе, брат, там. Yes. Драться. Хватит башить. Можно побить его немножко? А, блин. Жесть, вот это обидно. Что он залагает? Я думал, что он стоит? Я думал, он в амулет зашел какой-то там. Даже обидно, что я его... Обидно, что я его начал бить. Я что-то не подумал. Стой, я сколько секунд простоял в баше? Я разворачиваюсь, если не умрет он, то я не буду добивать. Сорян. Сорян. О, ультимейт есть почти. Так, вот это кто тут настоящий? Говорит о нем вот так. Жаль, даггера не было, я бы перепрыгнул. Нормс, не все. Абузеры, получается, да? Давай драться. Юра, кем работаешь? Продавцом, братан. Ты что? Хорошо. Так, есть. Че next там? Next там. Что-то дезолем добить, что ли? Вообще обисал хочется. Пофиг, мана есть, в принципе, вроде. Смотрите, 1200, ну, один ульт, чисто, один замес. Хватает. Го, сделаем... Блин, обисал хочется. Обисал. Но все равно фановая катка. Что бы я тут не сделал, это по фану, лол. Че я парюсь? Через загоним, это по фану. Сыр продадим, а Егис возьмем. Или не будем брать. Пашер летит уже. И не лагает, да, походу. А Ега лежит. Нормально. Че, косарик фармить. Хорошо. Отлично. Так, сколько маны? 1151 маны. Это хорошо. Это хорошо. Yes, отлично. Молния, кстати, неплохо заходит. Дэмэджа очень много. Сейчас обиссал, еще доковыряю. Чуть-чуть золота остается. И на этом гайд на Джаггернаута будет окончен. Несколько билдов мы собрали на этом героя, чтобы посмотреть эффективность. Жалко, конечно, я не собрал дезоль такие, но, блин, дезоль собирал. Дэмэдж идет, но не так круто, как, допустим, с молнией. Но можно еще и дезоль докупить, тут оно же сочетается. Все равно. Как бы все равно сочетается. Сейчас, сейчас, чуть-чуть дайте доколотить там. Обиссал. Еще бы этот доколотить, да? Вот, хорошо. Все, поехали. Хилку за собой. И погнали. Обиссал, чтобы просто затормозить кого-нибудь. Классно было бы, если бы кто-то забафал. Например, алхимик забафал бы органим. Я еще один слот кого-нибудь бахнул бы. Вот так, иди сюда, забашу. Как сейчас? Ой, сладенькая. Сейчас ты моя будешь падать как крип. О, туник. Тяни тунчик. На, просто... задушено. Ну, найс. Nice.
МХ, МХ. МХ, МХ, говорит. Лол. На карту смотреть надо. Давай, Римка. Не, спасибо. Не надо мне, Римка. Что там, трончик падает. ГГ, ребят, вот так вот у нас катка заканчивается. Это был уже крайний билд на сегодня. Ну, вроде неплохо, в принципе, по фану побегали на джаггере. Поэтому обязательно оставляйте комментарии, какая катка вам зашла больше. Первая, где меня обоссали в ноль. Но мы камбэкнули. Там, кстати, мы выиграли, скорее всего, за то, что Пуч покинул их. Или вот какая-нибудь вторая. Вот вторая тоже прикольная была. Третья — это чисто фановый билд для того, чтобы показать, как работает с аганимом вся эта тема. С аганимом прям вот так вот заходит. Прям очень много слэшей. Если это улучшить еще каким-нибудь Battle Fury плюс молния, это вообще вот так заходит. Так что, друзья, пользуйтесь, собирайте что хотите, играйте по фану, друзья, ведь катки для этого и созданы в первой доте, для того, чтобы фаниться. Ну, на этом все, гайд закончен, спасибо всем, кто посмотрел, обязательно поставьте лайк, кто не подписан, подписывайтесь. С вами был Ксаназ, и до скорого.